16-й признак. Распространение музыки и песен. Ахль ибн Саад рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Перед наступлением конца света участятся провалы, падения и уродства». Его спросили: «О посланник Аллаха, когда же все это произойдет?» Он ответил: «Когда будет много музыкальных инструментов и певиц. Люди сочтут дозволенным употребление вина». Абу Малик аль-Ашари рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В моей общине появятся люди, которые будут считать дозволенными совершение прелюбодеяний, ношение шелка, употребление опьяняющих напитков и использование музыкальных инструментов. Будут люди, которые поселятся у подножия горы. У них будет большое стадо, и однажды к ним придет обездоленный человек. Он попросит милостыню, а они ответят: «Приходи завтра». Аллах покарает их ночью, водрузив на них гору, а оставшихся в живых превратит в обезьян и свиней. Они останутся обезображенными вплоть до наступления дня воскресения».